Дорогие друзья, сейчас я вам хочу продемонстрировать некоторые такие приемы, которые вы можете сделать спокойно для своей семьи, для родственников в домашних условиях. Ну, там, дедушка бабушке, муж жене или наоборот жена мужу или ребенку вот после трудового дня. Мы, как правило, устаем, особенно у кого физический труд, да, спина устает, шея устает. Но самое простое – это хотя бы немножко промассировать. Тут даже уметь ничего не надо, просто круговыми движениями, либо растягиваем мышцы вот так вот, да, шею вот так вот тоже вот проходимся с двух сторон одновременно. То есть немножко подготовить, хотя бы чуть-чуть, да, пальчиками вот так вот можно помять. Показываю круговые вот такие вот движения. Сильно особо и не надо. Главное, размяли, растерли. Можно растирать всем предплечьем. Например, вот так вот, видите, масла не надо, рубашка хорошо, хорошая прокладка является, скользящий такой, то есть уже есть какие-то подвижки, потепление пошло, да? Да, чувствую. Вот, я вроде бы еще даже не начинал делать, а уже чувствовать. Тепло. Да, вот стряски такие. У всех разные техники, это мягкая такая хорошая техника. Да, ну я вот поэтому говорю для домашних условий, да. Вот потрясли, прям взяли за мышцу, так вот сильно потрясли. Побили, пальчиками можно. Приемов очень много, их там, я даже не знаю, более 30 там насчитывается. Поэтому мы их сейчас не будем все демонстрировать, а продемонстрируем, как вот, ну вот, немножко на растяжение позвоночника снять функциональное там напряжение. Значит, смотрите, вот человек сидит, да, можно поплотнее к себе его, да, вот так вот лежать, обхватываем его под грудью, руки просим, чтобы висели свободно, обхватываем под грудью, вот так вот, и немножко на себя, с подъемом вверх, несколько раз делаете, чтобы вам было удобнее, да, если человек, например, тяжелый, да, расставляйте ноги пошире и за счет силы ног вы поднимаетесь, да? То есть тут не надо вам мышечной массы обладать большой. Чуть-чуть на меня заваливайся. И вот я за счет силы ног его немножко на себя. И чувствуете, когда он, например, расслаблен или готов, когда там до предела доходите, можно немножко так вот поддернуть. Это мы средний верхний грудной отдел позвоночника обрабатывали. Теперь руки вот так вот в замок. Сюда, да? Просто вот замок. Большие пальцы желательно вокруг черепа развернуть. Вот так вот. Захват идет у нас под ним. Опять же, мы на коленках присели, да? А облокачиваешься на меня, падает прямо вот так вот. И вообще без напряжения, без никакого. Я вот растягиваю и проверяю, где он там готов. Вот немножко можно так повыше. Далее. Вот шея у нас, да, ее тоже можно отдельно растянуть. Соответственно, упираемся. Ну, если у вас не хватает размера кулака, я просто как иногда делаю, кулаком упираюсь в мышцы, трапециевидно с двух сторон. А большими пальцами упираюсь в череп, и вот уже идет растяжение. Мягонькое такое, весь вверх. Иногда может хрустнуть. Если не хватает кулачка вашего, да, то тогда всей рукой упираюсь в плечо с обоих сторон. Беру его за череп. И весь череп. Так вот, мягкие тракции. Вверх. Можете даже заметить, насколько удлиняется шея. Заметно. То есть это те упражнения, которые могут делать муж жене, жена мужу. Ну да, да, они безопасны. Это даже не мануальная терапия, это вот просто такие на растяжение. Опять же, вот смотрите, как можно еще. Положили руки свои, наклоним голову чуть вперед, вперед. Вот, за челюсть его взяли. И относительно груди, отталкиваемся руками от груди.
груди. Вот так вот мы шею вытягиваем. Еще наклонить. Вот. Иногда может даже дойти до хруста. Это не опасно. Это нормально. Все, что связано с вытяжением, это очень полезно. Да. И вот с небольшим скручиванием. Смотрите, в чем секрет. То есть мы нагибаем голову, но не вот полностью в плоскости, вот в этой, в плечах, да? И не совсем по диагонали, а как бы с небольшим скручиванием. Вот. Это я просто пока сейчас демонстрирую, сейчас покажу, как прием делается. Ну, кстати, можно уже так делать, да. То есть вы тут жестко уперлись в плечо, прямо во взгиб, где плечо заканчивается, шея начинается. И немножко вот так скручиваете, растягивая вот эти мышцы. Но чтобы было еще эффективнее, вам надо закрепить вот это плечо противоположное. Опять же, берем его локтем, вот так вот. А вот этой рукой за череп разгибаем вот туда. По-моему, там связки, да, хрустнули уже? Да. То есть, видите, я в противодействии плечо толкаю сюда, вот тут, где череп заканчивается, туда. И с небольшим таким разворотом со скручиванием. Еще раз показываю. Раз захват, второй захват. И вот так вот. Теперь мягко в другую сторону. Вот. В принципе, для вот этой воротниковой зоны, ну, куда входит шея, плечи, да, и вот чуть-чуть вот лопаток, этого достаточно. Можно закончить тем, чтобы встряхнуть человека как следует, простучать его. Поступления разные бывают. Есть хлопковые руками просто, да? Прям по голове даже можно. По ушам, вот уши тоже хорошо натереть, это ж... Милое дело. Обращение, да, это все настолько играет роль. Потом, не кулачком, а вот как бы так, знаете, расслабленный кулачок с воздухом внутри. Такие легкие. Такие вот стягающие движения должны быть. Потренируйте, чтобы они такие прям мягкие были кулачки. Ну не больно, да? Нет, приятно. И еще пальчиками. Можно пальчиковый душ. Вот так, как молоточки. То есть ваши пальчики ходят как молоточки. Не получается всеми, хотя бы двумя. Под шею, там, где мышцы начинаются от черепа. Получается всеми, делайте всеми пальчиками. Вот. И еще можно усилить тем, что бьем вот так вот рукой. Хлесткий удар, у вас все пальцы бьются друг об друга по очереди. Получается такая трещотка. Трык-трык-трык. Слышно, да? Чем хорошо вот это движение? Во-первых, оно более энергичное, во-вторых, оно захватывает за счет удара больше область вокруг мышцы. Видите, рука как бы хлестает широким вот такую область сразу. Вот медленно показываю и теперь быстро. Все, человек взбодрился и готов к новому существованию, к новому введению дел. Ура! В течение дня, да? Да. Ну вот. Спасибо. Так что, да, не стесняйтесь. Не обязательно ходить к врачам, не обязательно дожидаться, когда будет острый приступ или там какие-то обезболивающие колоть. Вот так вот вы каждый можете в своей семье сами друг другу помочь. Да? Чао. Ну, я просто скажу, что ассистентом был Олег. Да, очень приятно. Меня тоже зовут Олег. Олег Лабудин. Спасибо. Так что, да. До новых встреч. В следующем ролике я покажу еще кое-что интересное.